На что надеялся мужчина, совершая кражу в сети магазинов электронной техники, непонятно, но его наглость поражает. В дежурную часть отдела полиции номер 3 ОМВД России по городу Саранск поступило телефонное сообщение от сотрудника магазина, расположенного по улице Богдана Хмельницкого. Со слов позвонившего, посетитель попытался вынести из торговой точки портативную колонку стоимостью 19 тысяч рублей. Прибывшим на место происшествия полицейским сотрудники охраны передали задержанного мужчину. Камеры видеонаблюдения все зафиксировали. Заходя в помещение торговой точки, мужчина снимает куртку, проходит к витринам, берет с полки товар покрупнее, накидывает на колонку куртку и уверенной походкой покидает пределы магазина. Однако сотрудники вовремя заметили и задержали воришку. Позже, осмотрев внимательно записи с камер, стало известно, что это не единичная кража. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлена причастность к краже еще одного жителя Ульяновска. Выяснилось, что в этот же день 32-летний знакомый задержанного совершил хищение из указанного магазина колонки стоимостью 9 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый задержан, похищен и изъято. Оба человека оказались гастролерами из Ульяновска. Они целенаправленно приехали в Саранск, чтобы что-то украсть. Кражи были совершены в один и тот же день с минимальной разницей во времени. На обоих полиции завели уголовные дела за кражу и покушение. Анастасия Семышева, программа «Происшествия».